Первый снеговик в новом сезоне могут сегодня лепить москвичи. Столица дождалась настоящего снегопада. Но при этом дорожного коллапса избежать, увы, не удалось. По данным сервиса Яндекс.Пробки, загруженность столичных дорог сейчас 7 баллов. Так что, если вы еще не выехали на работу, то, может, стоит подумать все-таки о метро. Транспортный комплекс Москвы тоже просит водителей пересесть сегодня на городской транспорт. Но хотя к метели столичные коммунальщики готовились еще ночью, дороги обработали специальным составом. Снегопад осложнил жизнь москвичам, но коллапса не случилось. Обычные утренние пробки сложнее на 1 балл, судя по сервису Яндекс.Пробки. Необычно, как всегда, ситуация на МКАДе, Кутузовском проспекте, Каширском шоссе. Серьезные затруднения наблюдаются на востоке и северо-западе по внешней стороне МКАД, ну, а также на юго и северо-западе по внутренней стороне МКАД. Но у нас тут в студии даже окна нет. На снег я любовалась только в 4 утра, когда на работу ехала. Так что давайте посмотрим онлайн камеры наблюдения в столице, как сейчас в разных районах дела обстоят. Ну, Тверскую улицу, судя по всему, уже убрали. Снега там почти не видно, зато видна огромная пробка. Машин действительно много. Вот, видимо, тот самый коллапс, который, возможно, возник из-за снега. Судя по всему, Тверскую убирают вовремя, все-таки главная улица столицы. Выглядит она вполне себе нормально сейчас. Это теперь взгляд на пересечение шоссе энтузиастов и Третьего кольца. Машины тут двигаются, в отличие от Тверской, но вот все-таки небольшое затруднение наблюдается. Плотный довольно-таки поток, и отмечу, опять-таки, что снега на проезжей части практически не видно. Ну, кстати, возможно, что он сам уже немного стаял. Ну и, наконец, третья камера – это Нижегородская улица. И тут тоже, судя по черной дороге, коммунальные службы уже проехали не раз, и вот эта улица уже полностью очищен, и никакого дорожного затруднения на ней нет. Москву замело этой ночью. Наш бумажный проезд был полностью в сугробах. Дорожные службы говорят, ночью дороги обработали реагентами. Люди готовы работать весь день. И тем, кто не успел поменять летние шины на зимние, за руль лучше вообще не садиться. Виной всему мощный североатлантический циклон, он пришел в столицу Запада. Сначала накрыл Тверскую, Смоленскую и Брянскую области, ну а потом добрался и до столичного региона и принес с собой сильный и мокрый снег. Но уже сегодня к вечеру задуют южные ветра, и в Москве потеплеет до 3 градусов. Но это будет ненадолго. Уже в субботу вернется настоящая зима, температура опадет до минус 7 градусов, и, видимо, зима уже из столицы не уйдет до весны. Дворники у нас здесь вот около подъездов убирают. И сами смотрим, когда ступеньки занесены, сами еще принесем. Так что мы рады этой зиме. Нежная, хорошая такая, добрая. И снежок такой мягкий, хороший.